Это не дурман, трава, это зерно. Такие слова услышали оперативники в Угловском районе. Через российско-казахстанскую границу злоумышленники попытались переправить 45 килограммов марихуаны, но были задержаны. И зачем вы с собой зерно возите? Ну и противовесили. Что меня таскала и машину-то. Ну, вон, видите, там все рано шелуха, вот, видите. Да? Ну. И что это за шелуха? А? Ну, травой вместе. За участниками преступной группы давно следили оперативники. В результате силовики задержали двоих мужчин, которые пытались доставить наркотик в Рубцовск. Совместно с коллегами из Республики Казахстан алтайские сотрудники ФСБ арестовали еще одного фигуранта дела – гражданина соседнего государства, который на гужевой повозке переправил партию зелья через границу. Сейчас правоохранители устанавливают, кто еще был причастен к организации поставки канала марихуаны. Эта партия наркотика едва ли не самая крупная из тех, что удалось задержать на границе за последний год. В текущем году сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю из незаконного оборота изъято около 50 килограмм наркотических средств. С начала 2013 года совместно с силовыми структурами края сотрудники пограничного управления изъяли около 200 килограмм наркотиков.